Мы любим пирожки, пельмешки, тортики, а наша микрофлора любит вот такие живые кашки. Это льняная кашка с фруктами, с арахисом, арахисовая мука, льняная мука, конопляная мука или еще другая мука, клетчаточка, растворимая и нерастворимая. Берем пару ложек столовых льняной муки, добавляем еще какой-нибудь там муки, например, арахисовой полезной. Смешиваем с водой, полстакана воды горячей. Перемешиваем, добавляем фрукты, здесь вот фейхоа, йод для щитовидки и финики. Как подсластитель можно использовать сироп, какой-нибудь топинамбура, агавы или медок. Вот. Просто праздник для кишок. Наша микрофлора любит вот такое. Живая еда.